Всем привет! Вы на канале RoboTour. Научные открытия, которые позволили использовать радиоактивные элементы не только в теории, но и на практике, позволили человеку создать мощнейшие реакторы и новейшее ядерное оружие. Вместе с тем, несмотря на значительные преимущества таких открытий, человечество постоянно вносит свой губительный вклад в окружающую среду. Недавние исследования Маршалловых островов в Тихом океане доказали, что они по-прежнему являются значительно радиоактивнее, чем Чернобыль и Фукусима, даже несмотря на то, что прошло уже более 60 лет после проведения на них ядерных испытаний. Результаты тестирования почвы на некоторых островах показали, что уровень наличия плутония 239 и 240 в 10 тысячи раз выше, чем на Фукусиме, где землетрясения и цунами привели к разрушению ядерных реакторов. Сбросы атомных бомб на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году послужил фактическим завершением Второй мировой войны. Несмотря на это, Соединенные Штаты Америки были заинтересованы в продолжении испытаний радиоактивного оружия, из-за чего некоторое количество таких испытаний выпало на Маршалловы острова, которые представлены в виде цепочки островов между Гавайями и Филиппинами. Первым двум бомбам было дано название «Блейбакер», которые в последующем были испытаны на атолле Бикини в 1946 году, успевших положить начало для 12-летнего периода ядерных испытаний на атоллах Бикини и Ниветок, в результате которых было испытано 67 единиц ядерного оружия. На атолле Ниветок в 1951 году было проведено первое в истории испытание водородной бомбы, которая носила кодовое название «Ива Майк». В последующем было проведено крупнейшее испытание водородной бомбы на атолле Бикини в 1954 году. Героем дня стала бомба, которая была в тысячи раз мощнее, чем атомный Литл Бой, уничтоживший Хиросиму. Ученые утверждают, что помимо загрязнения атоллов Бикини и Ниветок, последствия ядерных испытаний также повлияли и на людей, живущих на атоллах Ранжелапа и Утерик, которые также входят в состав Маршалловых островов. Команда ученых из Колумбийского университета опубликовала результаты проведенного ряда исследований, которые проводились на атоллах Северных Маршалловых островов, Бикини, Ниветок, Ранжелапа и Утерик. Внешние уровни гамма-излучения были значительно повышены на атолле Бикини и Ниветок, а также на островах Энджеби и Найен, по сравнению с островами на юге Маршалловых островов, которые использовали в качестве контрольных точек. В ходе проводимых исследований ученые работали с профессиональными дайверами, которые собрали 130 образцов почвы из кратера Числибравы на атолле Бикини. В результате было обнаружено, что уровень изотопов плутония 239 и 240, америция 241 и висмута 207 был значительно выше, чем уровни тех же веществ, которые были обнаружены на других Маршалловых островах. Исследователи считают, что такие измерения радиоактивного загрязнения важны для оценки воздействия на океанические экосистемы. Ученые убеждены, что для защиты местного населения, постоянно подвергающегося вредному радиационному воздействию, правительству страны необходимо предпринять дополнительные меры по информированию людей, которые проживают на Маршалловых островах. Согласно новейшим исследованиям местной растительности, фрукты и овощи, выращенные на зараженных островах, обладают повышенным уровнем радиационного загрязнения, ставя под угрозу жизнь местного населения островов.